Как сказал Михаил, я представляю арт-проект «По следам красной книги». Это объединение художников, которые пишут картины о вымирающих, вымерших видах животных, растений, о нашей флоре и фауне. Сейчас на нашем экране идут картины, которые написали наши художники. Это все те представители, которых сейчас или уже нет, или они на грани вымирания. Мир природы настолько разнообразен, богат, красив, что он за это и страдает. Очень многие уничтожаются из-за того, что у них красивая шкура, красивые рога или вкусное мясо. И в 1627 году погиб последний тур. В 1899 году застрелили последнего странствующего голубя. И так далее, и так далее. Этот список можно перечислять долго-долго. Если нарушается баланс в природе, то сразу гибнет целая цепочка. Вот, например, если уничтожить волков, то развивается огромное количество лосей. Лоси вытаптывают поля, их становится очень много. Когда они вытаптывают поля, оказывается, уже погибают растения, и пчелам нечего кушать. И так далее, и так далее. И человечество уже давно пришло к пониманию того, что нужно все-таки это сохранять. В 1928 году пришла первая идея о том, что нужно создать какой-то каталог, в котором будут внесены вот эти вымирающие виды, флоры и фауны. И в 1963 году появилось первое издание «Красной книги». Инициатором этого издания был английский ученый, и он символично эту красную книгу назвал красной и сделал обложку красной. Это как бы призывает к опасности, к угрозе, и в то же самое время это зовет все к продолжению жизни. Наш проект возник еще в связи с тем, что в этом году был издан указ Путина о том, что 2017 год объявлен годом экологии. Но год экологии, он не может закончиться в этом году. Это вообще-то такой огромный процесс привлечения внимания населения Земли к тому, что нужно защищать нашу природу. И вот мы как бы в своем проекте объединили две вот эти вот идеи. Во-первых, это экологическая тема, которую обозначил Путин. И вторая – та красная книга, которая уже издается не первый год. Но, к сожалению, огромное количество населения, зная о том, что существует «Красная книга», они туда не заглядывают. Они просто вот знают, что такое издание есть, но не знают, что именно туда внесено. Поэтому мы, художники, решили вот это все донести до сознания людей и стали писать картины. С этими картинами мы выходим на совершенно разные площадки. Это и детские сады, и фестивали. Вот мы за 4 месяца провели 23 мероприятия. То есть на все эти мероприятия мы выходим со своими картинами, мы рассказываем о нашей проблеме, о проблеме, которая стоит перед человечеством. Наш проект, он по большому счету достаточно уникален. Во-первых, такого проекта еще просто не было. Во-вторых, то, что художники перекладывают на язык живописи то, что записано в «Красной книге». «Красную книгу» в основном читают биологи, зоологи, а в основном основная масса населения туда не заглядывает. Уникальность нашего проекта также состоит в том, что мы выходим на все абсолютно площадки. Это я уже сказала. Мы даже участвовали в одном проекте, который назывался «Картины на деревьях». То есть мы вывешивали картины на деревья, ставили в траву, и они как бы оказывали в своей естественной среде. Также уникальность нашего проекта в том, что мы занимаемся, по большому счету, благотворительностью, и это проект, который не создан и не появился из-за того, что кто-то свыше нам его навязал. Вот вы видите, как много животных. Вот морская свинка погибла еще в 18 веке. Лягушка озерная.
В мире живой природы существуют такие же взаимоотношения, как и между людьми. То есть животные встречаются, создают пары, рождается потомство. Матери в дикой природе точно так же защищают своих детей, как и мы, люди. Поэтому на наших картинах очень много есть таких персонажей, которые изображены с людьми. Например, та же самая пчела, она выполняет огромную роль в опылении растений. Если, например, не будет пчелы, то растения не будут опыляться. Если не будет растений, то тогда вымрет пчела.